Занепокоєння у батьків і у самих дітей викликають різні захворювання. Саме сьогодні ми поговоримо про нефрологічні проблеми, як же їх діагностувати та на чому зосередити свою увагу у лікуванні. Тому що до нашої студії ми запросили Тетяну Різник, завідувачку відділенням дитячої нефрології обласної дитячої клінічної лікарні, лікар-нефролог вищої категорії і заслужений лікар України. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Взаємно, Юля. Пані Тетяно, я хотіла би одразу запитати, яка ж статистика і скільки дітей хворіють на нефрологічні захворювання та з чим вони пов'язані, власне? Среди всех заболеваний нефрологія ділить, як я кажу, в кавичках, почетне місце, где-то 4-5, гастропатологія і нефрологія на одному приблизительному рівні, а перше місце займають інфекційні захворювання, потім захворювання органів дихання, і от в такому порядку. Но все одно по частоті це доволі часта патологія, яка не завжди виявляється, тому що вона звичайно нефрологічне захворювання, вони осложняють течение другого заболевания. Поэтому нам очень важно предотвратить очень частые простудные заболевания, респираторные инфекции, которые заканчиваются патологией почек. Ну, про це ми ще будемо говорити в процесі. От якщо взагалі взяти усіх дітей, які приходять до обласної клінічної лікарні, то який відсоток з них хворіють саме на нефрологію? Ну, із всіх, які приходять в больницю, це приблизительно 30% із тих, що приходять, 25-30%. Це високий показник, уровень. Так, вважається? Конечно, да. Як ви думаєте, чому причина такої дуже високої, я би назвала так, тому що справді хворіють же багато дітей? Хворіють. Діло в тому, що батьки не завжди звертають увагу на ті симптоми, які характерні для нефрологічної патології. Тут важно знать частоту мочеиспусканий. Я иногда спрашиваю родителей, они не могут ответить на этот вопрос. Поэтому частота или как происходит мочеиспускание, есть ли какие-то болезненные ощущения, дизурические расстройства очень важно. Кроме того, лихорадка какой природы, это важно. Ну, наличие отеков, отеки обычно все замечают. Хотя были случаи, когда отеки по 3-4 месяца наблюдались в сельской местности, а потом только обращались к нам. Отеки – это самый серьезный признак, по которому сразу же надо отправляться в больницу, потому что это лечится только стационарно. И это у детей видно, так? Да, в принципе, да, и у дорослых також. У дорослых також. Но у детей это, более манифестно. И главное, что мы должны обращать внимание на такие нюансы, которые, связаны с анатомо-физиологическими особенностями в детстве. Размеры почек, менее короткие уретра, то есть открытый вход для инфекции, допустим, при любых других заболеваниях, особенно это связано с нарушением гигиенического режима, особенно у девочек. Важно знать, как правильно подмывать девочку, чтобы не было заноса инфекции. Вот. У мальчиков это связано, может быть, тоже с анатомическими особенностями, потому что у них бывают часто спайки крайней плоти, так называемый фимоз, который тоже может приводить к инфекции мочеводящих путей, когда затруднен отток. Вот на это надо обращать внимание, и родители должны внимательно к своим детям относиться. И если ребенок заболел инфекцией чем-то, обязательно анализ мочи нам обязательно важен. Поэтому при любых других заболеваниях, первое, так сказать, кроме того, что мы видим, надо еще обязательно анализ мочи делать. Анализ мочи много может нам подсказать, поэтому... Звичайно, це вже скільки років, так, протягом багатьох дуже років одні й ті ж самі аналізи можуть нам показати, що насправді відбувається з дитиною. Але ж зараз з'явились і сучасні методи діагностики. Що такого новітнього зараз є, про що раніше ми і не мріяли? Ну, магнитно-резонансный томограф, то, что мы сейчас делаем, это очень важно. И, кроме того, радиоизотопные методы исследования, вот у нас есть возможность такая делать. Правда, не у нас в больнице, но мы обращаемся в больницу Мечника, и там радиоизотопная лаборатория. Ну, это разумно, что в одном месте это делается, потому что изотопы, они не все, так сказать, полезны. Поэтому мы делаем в одном... Это проводится радиоизотопное исследование. А почему именно нам важно? У нас очень прямая связь с урологией детской. Так как аномалии развития, которые встречаются
аномалии развития почек почти всегда могут потом осложняться воспалительным процессом. К этому относятся обструктивные и необструктивные хронические пиелонефриты. Острые пиелонефриты могут возникать на фоне аномалии развития, которая определяется именно в детстве. Вот это особенность детского возраста. Обязательно проведение УЗИ, потому что гидронефроз, пиеломочеточниковый рефлюкс – это прямые показания к тому, чтобы потом урологи оперативно вмешивались и эти аномалии ліквідували. Ну, иначе это будет постоянная инфекция. Якщо ми раніше можемо виявити цю хворобу і або проблему, навіть яка може до цього призвести, так? Чим раніше ми це зробимо, тим потім легче буде лечення. Дитина може менее длительное лечение, да, и поэтому очень хорошо, что у нас буквально на одном этаже и урология, и нефрология, и мы постоянно друг с другом общаемся и помогаем друг другу таким образом, чтобы детям пошло это на пользу. Це дуже добре, звичайно. З приводу статистики взагалі тої, яка проходить з роками, тобто, ну, наприклад, 10 років тому дітей з проблемами нефрології менше було чи навпаки зараз більше? Ви знаєте, зараз, може бути, немножко в связи с тем, что у нас реформа прошла, сейчас семейные врачи занимаются. Когда у нас были чистые педиатры, они более внимательны были и чаще направляли детей, особенно в сельской местности. А сейчас очень часто дети задерживаются на уровне первичном, а потом только направляются уже к вторичному, и, ну, к нефрологу, к узким специалистам. Было бы краще, чтобы раньше. Но это, ну, я думаю, что со временем это... Разница будет уменьшаться, будут более профессиональными семейные врачи, может быть, тогда у нас выявляемость будет лучше. А так сейчас несколько уменьшилось количество, и думаешь, это связано не с тем, что меньше заболеваний, а просто... з тим, що вони більше задержуються на первичному рівні. Пані Тетяно, а от справді зараз же в селах і в сільській місцевості це, мабуть, дуже складно пройти повністю усе обстеження, щоб подивились усі лікарі і зробили правильний діагноз. Ну, хоча б, щоб дитину, наприклад, діагностично перед школою чи перед дитячим садочком переглянули усі лікарі. Ну, от так обично і діляється, це називається, як перед школою, диспансеризація. Вони проходять всіх спеціалістів, ну, не всіх спеціалістів, які є у них по месту жительства, а если возникает сложности в направлении, то они, областная больница обладает всеми специалистами, всеми направлениями, поэтому они присылают, у нас сейчас открылась областная поликлиника очень большая, очень вместительная, и поэтому сейчас они направляются без всяких ограничений, мы всех принимаем и обязательно оказываем помощь, и всегда у нас и наличие мест в отделении, есть возможность провести то же обследование, о котором вы сказали, только провести его не в условиях амбулаторных, а в стационаре. То есть они сразу получают весь комплекс обследования, и уже с выявлением мы решаем вопрос, с выявлением какой-то патологии, выясняем вопрос, какое нуждается еще редкое обследование. Но я говорю, МРТ, компьютерный томограф, все это у нас есть. И контрастирование с введением контрастного вещества и в почки, и введением через уретру. Все это мы этим владеем, и это экскреторная урография у нас проводится прямо в отделении. Микционная цистография тоже в отделении. А если возникает необходимость проведения цистоскопии, то напротив нас урология, они владеют этим методом. Все можно получить. Да. Якщо ми вже зараз повернемось до питань самої нефрології, то з чим пов'язана захворюваність дітей? Вони застудилися, наприклад, чи це може патологія якась, чи щось ще, от найбільше, найпоширеніше? Ну, правильно ви сказали, застудились, значить простудились, да? Так. Вот. Якщо діти, вот особливо в подростковому возрасті, мальчики дуже люблять рибу ловити, да? И при этом они стоят до колена, по колено в воде и длительное время. Вот это просто вот бич. Поэтому надо на это обращать внимание, что если они уже любят рыбу ловить, так пусть или с берега, или с лодки. А то, что они длительно находятся в таком положении, ну, в летнее время тоже у нас учащаются инфекции. Почему? Во-первых, море, которая вроде и оздоравливает, но тем не менее, если дети переохлаждаются или перекупались, как мы говорим, да, в этом случае могут возникать инфекции мочеводящих путей. Ну и кроме чистота воды тоже же имеет значение. А зараз открытые не так, пути, как же вони да, открытые пути у девочек это очень короткая уретра, и они сразу ну, и вот так вот швидко возникает, за цей період, там 10-12 дней, вот эта дитина может захворіти и одразу же потрапити до нефрологічного відділення. Ну,
обязательно отделение, но если приходит инфекция, можно лечить и амбулаторно, но только надо правильно поставить диагноз и вовремя вмешаться. Очень хорошие методы сейчас есть. Вот я с конференции приехала Киева. Очень много новых уросептиков рекомендуют. И все это мы, это на нашем вооружении. Раньше у нас было только антибиотик, уросептик. А сейчас уже очень большое количество уросептики, фитосептики, то есть из трав препараты, которые тоже им обладают таким же действием. Да. Поэтому мы сейчас владеем этим и осваиваем новое. Бачите, це дуже добре, тому що, знаєте, багато батьків особливо звертають увагу на різні методи лікування, які зараз пропонуються в світі, так? І починають обирати. Як от на ваш погляд, це було б краще батькам розуміти дещо, чи лікар в цьому краще розуміється і він же вам порекомендує? Я думаю, що зорієнтуватися повинні були батьки. От, наприклад, ми з вами говорили о мальчиках, а як дівчатки? А дівчатки теж часто боліють. І знаєте, як це виникає? Коли неправильно підмивають девочку. Это очень важно. Надо обязательно, чтобы было сверху вниз подмывание, а не снизу вверх. Ну, это для девочек очень важно. И если какие-то заболевания возникают гинекологические, то всегда инфекция мочеводящих путей на этом фоне бывает. И надо лечить не только гинекологию, а лечить уже инфекцию. От настільки важливо все робити одразу і вчасно. І звертати увагу і на дівчачі, і на хлопчачі проблеми одразу, тому що справді, а хто ж, як не батьки, помітить, що там щось не так. Зараз діти справді можуть, от як ви вже розповідали, так, оці приклади, стояти у воді попівдня, наприклад, там, так, хлопці люблять ловити рибу, ну, десь застудився трошки, ніби нічого страшного. Один, другий день, третій, п'ятий, і все. На сьомий день дитина вже з температурою. Ну, тут треба орієнтуватися, щоб батьки могли сказати частоту мочеспускання, є ли якісь болезненні відчуття при мочеспусканнях, це признаки інфекції мочеводящих путей. А вот мы говорили про девочек, что важно очень гигиена, а у мальчиков тоже это очень важно, потому что у них бывают спайки крайней плоти, которые тоже способствуют проникновению инфекции. Поэтому надо вовремя обратиться к урологу, провести такую небольшую операцию, которая очень незначительная, но она очень помогает потом, меньше болеют, если уже все открыто. То вони менше боліють мальчики. Ну от це батьки теж повинні знати, звичайно ж. Отеки, самий головний симптом, це ще отеки, звідти, що прервала. Ну такі от синяки, так, під очима, чи такі припухлості? Отеки, да, от це іменно повинні бути верхні віки припухлі, отеки на ногах, які батьки часто не бачать. То есть надо поднять до колена штанину и посмотреть, если отеки. Вы зажимаете, если есть отеки, это самый такой натиснуты симптом. Натиснуты на шкиру. Если остается ямочка после того, как вы отняли руку, это отеки. Многие, так, у меня немає, просто я хотела показать, как оно выглядит для... Слава Богу, что нет. Для батьків. Если вы натискаете и бачите, что там залишается... Да, остается ямочка, вот это важно. Потому что бывает, я говорю, особенно в сельской местности, как-то на это не очень обращают внимание. Когда уже глаза, а вот тогда они замечают, что на глазах отеки. А спочатку ноги, а потім очі. Да, потом очі. Да, вот это так. Тобто є такі признаки, ну, які потрібно знати. Сразу же надо обращаться, потому что это самая тяжелая иммунокомплексная патология, гломерулонефриты, которые трудно лечатся, которые длительно лечатся. Поэтому на отеки это вообще первый признак. Измерение артериального давления. Вот мы говорили с вами о том, что диспансеризацию проводят. В случае, если есть колебания артериального давления, это тоже может быть патология почек, надо исключать. А якщо у дорослої людини, ну я так, ви справді, ви ж фахівець з дитячих проблем, але і з дорослих також знаєте, як це. І, наприклад, якщо у дорослої людини змінюється тиск, це теж може бути пов'язано якось з нирками, так? Так, це може бути почечна гіпертензія, якщо повищення давлення, це може бути почечна гіпертензія. Поэтому мы тоже делаем доплерографию сосудов, смотрим сосуды, проходимость их, на всякий случай исключая вот такие. Такі проблеми можуть бути, так? З приводу наслідковості, чи є у нефрології наслідковість у самих проблем цих? Так, ми завжди розпрашуємо маму, чим вона боліла. Якщо у мами була, допустим, в дитинстві операція по поводу пиломочеточного рефлюксу, це обратний ток мочі, то вероятность того, что у ребенка будет, это тоже есть. Если мама перенесла пиелонефрит во время беременности, тоже надо по инфекции, это опасно. Но кроме того, очень много аномалий развития, которые мы видим на УЗИ сейчас, которые, ну, самый такой распространенный метод – это УЗИ. Это гидронефроз, расширение лоханки почки, обратный ток мочи – это пиломочеточниковый рефлюкс.
Вот. И это все можно видеть на УЗИ, поэтому самый такой доступный в настоящее время – это обязательно делать УЗИ. Угу. Чтобы исключить аномалию развития. Есть опущение почки, есть неправильное развитие, там подковообразная почка. Все это влияет на развитие и самого заболевания почечного. Просто аномалия развития, а присоединяется другое заболевание почек, которое мы потом лечим. Пані Тетяна, справді усі лікарі кажуть про те, що краще попередити, аніж потім лікувати. Звичайно ж, профілактика важливіша. І справді потрібно про це пам'ятати. Якщо навіть усі діти здорові і батьки більш-менш спокійні, знають, розуміють, що все нормально, але вони ж повинні знати, чого дитині не можна ні в якому разі робити, їсти, можливо, так. І треба розуміти, що профілактичні методи, вони повинні бути обов'язково. Так, для попередження. От які саме? Які от, важно вести учет випитої і виділеної жидкості. Современні діти не завжди водохльоби. Вот они не хотят пить, а водный режим должен соблюдаться. Или они восполняют, вместо воды они пьют кока-колу, пепси, это совершенно не нужно, это экстрактивные, там совершенно не нужные нам вещества, которые могут только ухудшить состояние. Да. Поэтому, кроме того, аллергенов там может быть много, поэтому лучше пить водичку или очищенную, или моршинскую без газа, там, или с газом, но слабо газованную. Вот эти воды, которые, ну, раньше же мы вообще считали, ну, санаторно-курортное лечение у нас было в почете. Сейчас, к сожалению, количество санаториев уменьшилось, но, тем не менее, джерело есть в Трусковце, где лечат минеральные, ну, мы посылаем детей туда, сейчас есть и путевочки иногда бывают, и дети лечатся вот минеральной водичкой. Санаторий, на это обращать внимание. Наскільки це раніше це було взагалі, як тільки у дитини вона стала на облік, то одразу ж її відправляли кудись до санаторію лікуватися. От зараз, справді, цього стало менше, багато санаторіїв позакривались? Позакривались, да. Моршини закрили. А вот в Трусковце еще остался санаторий. Ну, кроме того, сейчас и родители отправляют детей. Але ж є сами такі с ними місця, едут на воды. Так, да. Ми знаємо про них. От сам Моршин, наприклад, так, Моршин, чи Трусковець. Моршин прекрасно, Трусковець, да. Східниця. Ну, вся Западна Україна, Західна там вони полезні, там мінеральні води, і можна туди їздити. Але ж залежить усе від того, яку саме воду треба пити. Тому треба спочатку порадитись з лікарем, так, а потім поставить далі вже їхати. Поставити діагноз, а тоді вже советувати. Якщо навіть вони самі поїдуть, то треба знати, чи це буде Нафтуся, наприклад, так? Чи це все там якась правильно. Інша вода. Тобто вони ж різні за своїм складом. Да. І треба, щоб при різних заболіваннях, поэтому надо обязательно. А чи є у нас у нашій області тут можливо приблизно щось схоже на такі от профілактичні методи лікування? Можливо, є і наші санаторії, які могли би є санаторіали Паруса, називається він, в районі Южмаша. В парк, я забыла, как он называется, внизу. Вот. Там есть Алые паруса, там есть нефрологические тоже койки, и дети могут продолжать лечение там, допустим, в начале стационария. Ну, раньше мы как-то более чаще пользовались, а сейчас многие родители не хотят продолжения этого санаторного лечения. Поэтому, но все равно есть там койки нефрологические, мы можем направлять туда детей. Треба дивитися просто. Это уже на нашем уровне, ну, тоже там следят за водным режимом, тоже там же, ну, в общем, подготовленные люди. Якщо вже батькам рекомендувати, ось, щоб діти пили більше води, то треба слідкувати. Ну, от, наприклад, скільки дитині треба випити і як заставити? От, знаєте, дуже важливо це, заставити дитину випити воду. Вони ж не люблять, не хочуть, будуть відмовлятися. Чи може чай замінити воду, наприклад, якщо він буде якийсь смачненький? Да, там, можна, для можна, чай можна. Чай можна, ну, да, ну, лучше всего, конечно, просто вода или минеральная вода. Вот это. Ну, вы знаете, можно приучить. Можно приучить. У меня внук 5 лет, обожает боржоми. Боржоми. Да. Молодец, бачите. Вот, так что как-то выбрал для себя эту воду просто сам, не потому что мы там увлекались. До речі, з приводу мінеральних вод, кажуть, що багато країн відмовляються від того, щоб у вжитку у загальному були мінеральні води, тому що вважається, що для людини краще пити звичайну очищену воду, джерельну, а мінеральна це може бути это тільки добавка. Тоді, коли, да. так, тільки коли є додаткові якісь засоби. Основною має бути очищена вода. Это
правильно. Ну, кроме того, что можно, экстрактивные вещества должны исключаться. То есть навары вот сильные не надо детям с почечной патологией, никак нельзя. То есть, ну, бульон, когда варят, очень, знаете, такой, курица на литре воды, это же очень, очень экстракты сильные. Колись так варили, варили дуже, зараз лікарі почали переглядати. Да, і борщ теж завжди варили на такому, на сало там, да, вот это... Это не можна исключать. Так, лучше овочні супчики. Так, овочевий супчик. Да. З приводу дієти ще хотіла вас запитати, якою ж повинна бути профілактична дієта, ну і потім лікувальна вже. Ну, профілактична, я говорю, исключить екстрактивні вещества, вот эти пепсі, кола, это ж ви знаєте. Чіпси, сухарики, да. Це вже всі пам'ятають, да. Про це так. Кроме того, Макдональдс, там тоже очень много экстрактивных, вы знаете, веществ, поэтому это нежелательно. А уже если говорить о том, что как нам во время заболевания, то у нас есть несколько диет. Есть диета стол 7, это бессолевая диета, которая при гломерулонефритах, полное отсутствие соли, но это на период отеков мы назначаем, потом понемножку добавляем. Вот. Есть пятая диета, более распространенная, которая исключает уже экстрактивные вещества, вот как я вам рассказывала, да? И она более лояльная, но все равно все должно быть или отварное, или паровое. Вот. Это желательно. Вот. Особенно если уже заболел ребенок, то надо исключать аллергизирующие продукты. Апельсины, мандарины, клубника, малина, шоколад. И мед, и шоколад. А, и мед не можно. И мед тоже, аллергия может и мед вызвать. Вот эти надо исключать. А олію? Олію лучше или подсолнечную, или оливковую использовать. Вершковое масло можно вживать? Можно, ну, если кашу ребенок ест, то можно немножко масла положить, но просто, чтобы это не было масла больше, чем каши. Ну, звичайно, так. З приводу м'яса теж треба дієтичне м'ясо. Отварное. Очень хорошо индюшатина, там, кролик, пожалуйста, это можно. И дети, если едят, это очень большое счастье. Овощи та фрукты теж треба дивитися. Ну, фрукты мы уже сказали, какие нельзя, да? Ну, не то, что перец, нельзя. Помидор, например. Пожалуйста, огурок. Пусть едят. Но еще я хочу, очень распространенное у нас заболевание, которое называется дисметаболическая нефропатия. Это то, из которого заболевание, из этого заболевания потом может образоваться мочекаменная болезнь. И есть дети, которые страдают оксалатурией. У нас тоже метод. Этот сейчас есть такой, мы суточную определяем количество солей, которые за сутки выделяет ребенок. И вот если при оксалатурии, вот тогда мы помидоры исключаем, томатный сок исключаем. А если мы видим, что там уратурия, мы немножко ограничиваем мясные блюда. Вот. Ну, нельзя полностью исключить, но ограничить можно. Угу. Поэтому надо обращать внимание, моча какая идет, с осадком или нет. Если какой-то осадок, лучше сделать анализ, чтобы посмотреть, сколько за сутки выделяет солей ребенок. Это настолько сложно, мабуть, сделать, но, возможно, когда вы не совсем маленькие, то возможно. Не все так печально, нет. Можно. Просто надо родителям быть более внимательными. Ну, вот мы же все время общаемся, уже 50 лет с родителями общаюсь. Так что есть такие внимательные. Что даже они врача могут сказать, вот мы то-то делаем, все прямо все записывают, все. Но есть более такие современные родители, которые не очень уделяют внимание. Вот, а в дитячому садочку ж и в школе теж можуть помітити такі проблеми в дитини, ну, але це якщо вже якась стадія вже така, ну, мабуть. Ну, конечно, вот, например, энурез, это заболевание, когда, ну, это не нефрология, но вообще говоришь, конечно, в садике скажут, а вот ребенок во время сна... мочеиспускание. Это могут садики это сказать. Могут садики сказать, что он бегает без конца в туалет. Угу. Что он там делает, если он мочится, значит, это может быть учащенное мочеиспускание, связанное с инфекцией мочеводящих путей. Так что на все это надо обращать внимание. И в садиках вообще обращают на это внимание. Если такое случается, угу. Они об этом сообщают родителям, а родители уже нам. Звичайно, пані Тетяно, ну, наостанок хотілося б почути від вас поради для батьків і для самих дітей. Що ж потрібно, ну, найголовніше, що потрібно робити? Ну, вже багато чого ми сказали, так, протягом 25 хвилин. Але наостанок, просто щоб вони розуміли і бачили, як правильно, як краще було б зробити, і щоб діти наші були здорові. Щоб бути здоровим, треба здорову пищу їсти. Надо следить за водным режимом, это обязательно. Вот водный режим самое такое, соблюдать очень необходимо. Ну, а остальное, следить за здоровьем, то есть при любой заминке, которая у вас какая-то возникает, вы должны сделать анализ мочи общий, анализ мочи, анализ крови, и уже сориентироваться, есть ли там патология или нет.
Я так думаю, що якщо усі наші глядачі, і батьки, звичайно, і діти, і вихователі будуть звертати більше уваги на здоров'я, на своє і на своїх дітей, прислухаються до порад лікарів, звичайно ж, сьогодні ми про все про це поговорили, то ми будемо з вами здорові.